Первый день лета в День защиты детей на центральной площади Березова было по-настоящему весело и оживленно. С 1 июня для маленьких жителей районного центра начинается время новых знакомств и ярких событий, полных открытий, рассказывает Юлия Десимидзе. Международный день защиты детей, центральная площадь Березова наполнилась веселой музыкой и детским смехом. И, казалось, погода присоединилась к детворе, радуя солнечным настроением. Со сцены звучали любимые и всем знакомые песни в исполнении юных артистов. Ритмичные танцевальные номера зажигали своей энергией всех без исключения. Защиты детей. И, конечно же, нам хочется поздравить вас с этим замечательным праздником. В мире этот праздник отмечается уже более 60 лет. Почему же он называется День защиты детей? Как вы думаете, ребята? Да потому что нам, взрослым, нужно всегда задумываться о том, как же вас защищать. Защищать есть от чего? От ненужной информации, согласны? От невзгод и несчастья, от жестокости, от равнодушия. И еще этот праздник – напоминание взрослым о правах детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование и отдых. Мы решили поинтересоваться, что об этом дне знают самые маленькие виновники торжества. Ты знаешь, какой сегодня день? Да. Какой? День защитника детей. Какой сегодня день? Сегодня 1 июня – День защиты детей. От чего нужно детей защищать? От борьбы, от войны всякой. Какой сегодня день? 1 июня. Как называется он? День защиты детей. Как думаешь, от чего нужно детей защищать? От всяких невзгод и бед, которые происходят у них во время жизни. Я думаю, что нужно детей защищать от плохих поступков и дел. Одним из важных и приятных событий на праздничном концерте стало открытие летних лагерей, творческих и спортивных площадок, трудовых отрядов. На базе школы искусств, начальной школы, учреждения дополнительного образования «Современник», спортивно-тренировочного центра «Виктория», детско-юношеской спортивной школы. Стоит отметить, впервые организован летний лагерь в детском садике «Малышок». Непоседы, радуга, всезнайки, всеумейки, развивайки и другие. У каждого отряда свое название и свой девиз. Наш девиз: мы как радуги цвета, неразлучны никогда. Уже сложившейся традиции все вместе приняли участие в флешмобе, после чего отряды разошлись, каждый на свою площадку. Но на этом детский праздник не закончился. На площади работали различные аттракционы, проводился конкурс рисунков на асфальте. Юлия Диасамидзе, Александр Елисеев, авторское телевидение «Березово».